Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня чистый четверг, и сегодня я буду делать куличи и красить яйца. Куличи я буду делать бездрожжевые на кефире. Мне потребуется 200 мл растительного масла без запаха, 400 мл кефира, 100 грамм жирной сметаны, 540 грамм сахара, 2 пачечки по 1,5 грамма ванилина, 2 пачечки разрыхлителя, 10 грамм, 2 пачечки я беру, изюм, ну вот такая чашечка у меня, сами понимаете, изюм можно по-разному добавлять, мука 760 грамм, я ее 2 раза просеяла, далее мне потребуется 6 яиц, ну и я еще добавлю цукатики, ананасы, папайя у меня есть для вкуса. Итак, приступим. Для начала нам нужно отделить желтки от белков. Сюда я буду отправлять желтки. Сюда пойдут белки. Примерно один белок я отсюда отделю. Он мне потребуется для глазури. Для начала нам нужно взбить белки. Такие у нас густые белочки. Теперь нам надо взбить желтки. И к желткам я сразу же добавляю ванилин. Все количество. По чуть-чуть добавлять сюда сахар. И сюда же добавляю кефир. Сюда же к кефиру я добавляю 100 грамм сметаны. Сахар. Вливаемся растворение сахара. Сюда же я выливаю 200 мл растительного масла. Теперь в эту массу мы будем частями добавлять муку, просеянную дважды. Мука у нас не летела. Замешиваем венчиком и потом уже включаем миксер. Так, сюда же я добавляю оба пакетика разрыхлителя. Теперь в это тесто частями аккуратно добавляем взбитые белки. Да, еще чуть не забыла. Добавим в тесто цедру лимона. Вот советую вам, девочки, если нет под рукой лимона, у меня всегда в морозилке лежит цедра лимона. Пахнет изумительно, как будто только что потерли лимончик. Добавляю сюда, вот примерно столько. Если учесть, что это должна быть цедра большого одного лимона на это количество теста. Теперь смешиваем цедру вместе с белками в наше тесто. В прошлом году я делала куличи по разным рецептам. Делала классические дрожжевые и делала вот по этому рецепту куличи. Я хочу сказать, что, во-первых, они съелись первыми. И всеобщее мнение всей моей семьи было таково, что не делай больше классические, мы хотим только такие. Вот поэтому в этом году я делаю вот такую большую порцию именно таких куличей, бездрожжевых. Так, цукаты я могу сразу добавить, мне их не нужно замачивать. Я добавлю так, вот такую горсточку на глазок. Так, я забыла добавить соль. Мне надо половину чайной ложки соли. Вот так. Иначе без соли нам не будет сладко.
Чайник вскипел. Я буквально ошпариваю наш изюм. Он достаточно мягкий. Если у вас твердый изюм, более сухой, то можно, конечно, его на более длительное время залить, чтобы он постоял. Теперь я перемешиваю изюм с мукой, ну, скажем так, обваливаю его в муке. Помните, эта мука у меня осталась от общего количества, которое я отмеряла по рецепту. Рецепт будет под видео. И теперь мы добавляем изюм в наше тесто. Вы можете использовать либо цукаты, либо какие-то другие сухофрукты по вашему вкусу. Но я люблю классическое сочетание в куличах, именно изюм. Так, ну вот, наше тесто готово. Теперь нам потребуется подготовить формочки. У меня вот такие формы бумажные. Не маленькие формочки. Они очень удобны, чтобы пользоваться для подарков друзьям, соседям. Три формочки. Мне надо их смазать растительным маслом. Так, эти формы я буду заполнять тестом наполовину. У меня электрическая, поэтому особо разогревать ее не нужно. А сейчас мы отправим эти формы в духовку на 180 градусов на 50 минут. Без конвекции. Формочки отправляются в духовку. Маленькие формочки я пока не заполняю, потому что они просто могут раскиснуть. Тесто у нас влажное. Я их буду заполнять непосредственно перед постановкой в духовку. Так, вот наши куличики в духовке. Куличики подходят. Ну вот, я достала куличи. Вот этот чуть-чуть подпалился задний, но это недостатки моей духовки. Сейчас буду маленькие закладывать. С маленькими формами я буду проделывать все то же самое. И, конечно, маленькие формы я буду ставить не на 50 минут, а, наверное, поставлю на 25 минут. Куличики ставим так, чтобы они не соприкасались между собой, чтобы горячий воздух равномерно циркулировал. Отправляем в духовку на 25 минут. Для приготовления глазури я воспользуюсь вот таким инструментом. Здесь у меня белок. Буду добавлять сахарную пудру. Посмотрим, что у нас получилось. Я взяла маленький. Остальные останутся стоять до Пасхи, естественно. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот такой вот у нас куличик. Маленький. Эти я куличики делаю на подарки, чтобы угощать друзей. Разрежем, посмотрим. О, сколько много у нас изюма. Вот он мягенький такой. То есть это больше, наверное, кекс. Ну, попробуем на вкус.
На вид очень аппетитно, пахнет очень вкусно. Вот такой куличик с изюмом.